прошли распределение, нам выделили номера 15 и 16 двум нашим командам. Привет. Мы попали в первую двадцатку и будем лететь квалификацию в первую очередь в первой двадцатке. На квалификацию каждой команде дается 7 минут. За эти 7 минут команда должна сделать как бы все там пробные, непробные полеты. Эти 7 минут всего. Упал, поднялся, прикрутил пропеллер, полетел дальше. Да, и самое главное — показать лучшее время. Сейчас на коптер ребята, вон там, если посмотреть, монтируют транспондеры. Я так понимаю, что этот транспондер будет засекать время от первого до последнего круга и, соответственно, все это выбирать фиксирует. Лучшее. Сейчас собрали нас тим-менеджеров, вот обратите внимание, из разных команд. Из 20 команд будет 20 тим-менеджеров, которым, скорее всего, проведут короткий брифинг и выдадут, я думаю, GoPro-хи и расскажут, что делать с этими. Да, организация, как обычно, ничего не понятно, все опять суета, все в последнюю минуту. Всем сказали подойти к столам, что делать, непонятно. Собственно, представители 20 команд собрались на брифинг, все подготовились устанавливать на свое оборудование транспондеры, камеры, утяжелители и так далее. Короче, нам сейчас разрешили время повисеть, power time, с 11 по 15 команду. Вовка завел свой дрон, повисел и подрезал пятку одному из чуваков в 6 команде. Так и не надо. Реально? Ну реально, чуханул по пятке, блин, пропеллер. Вован, это моя схема, молодец. Вырубаем по одному конкурента. Ладно, ребята готовятся, скоро мы пойдем. Это жопы наших спортсменов. Готовые на все. Первые 2 минуты. Подзыриваемся за другими спортсменами, посмотрим, что они там как летят. Хочется быть причастными хоть чуть-чуть к этому действию. Потому что мы шпион. Шпион. Мы сейчас занимаемся промышленным шпионажем. Подсматриваем, как летят другие команды. Но они пока не летят. Лишь бы нас за это не дезгололи, деться. Вон, чувак. Кисы, что-то другое. Мы сечем пиратский дрон. Это наши американские друзья с Калифорнии. Мы продолжаем подзыривать за лузерками, которые постоянно падают. Но мы не такие, мы будем постоянно стоять. Вот у Санька уже даже привстал маленько. Такой. Наши парни, наши лучшие болельщики. Мы с ними познакомились вчера вечером возле отеля. Бухиев Дрибадан, сегодня меня не узнали. They're on 16 right now? What they're on in here? Right, next. You're next? After, yes. Not we, next 15. Okay, so we gotta get open. Мы сейчас будем... Находимся перед стартовым. Сейчас мы всех порвем. Перед стартовой площадкой. Да. Готовимся, настраиваемся. Наши ребята, команда 15 с пилотом во главе с Володей Мещеряковым, находятся уже в зоне подготовки к полетам. Предыдущая команда 14 отлетает и пойдут наши ребята.